В рамках инвестиционной программы в поселке Изнаур строится 18-квартирный трехэтажный жилой дом. Югосетинская строительная фирма «Шанс» приступила к строительству корпуса месяц назад. На объекте работает 10 человек. По мере увеличения работ возрастет и количество рабочих мест. А пока к строительным работам привлечены бетонщики. Объект планируют сдать в эксплуатацию к концу текущего года. На данном этапе строители возводят стены подвального помещения. Далее они перейдут уже к другим работам. После завершения строительных работ по бетонированию строители приступят к перекрытию подвального помещения и начнут работать над возведением первого этажа. По словам прораба Инала Устаева, проблем с финансированием нет. Все строительные материалы имеются в наличии. Техника задействована местная, районная, здесь Зазнаурского ЖКХ. Бетон доставляется с города сюда. Это создает какие-то неудобства действительно. Потому что время растягивается. В районе немало семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. На получение жилплощади подано свыше 100 заявлений. Комиссия будет выявлять первоочередников – тех, кто на самом деле нуждается в улучшении жилищных условий. Среди заявлений есть и категория «молодые семьи». В рамках реализации инвестиционной программы на 2021-2022 годы в Изнаурском районе будут построены еще 2 многоэтажки. Благодаря этому в районе будет устранена одна из актуальнейших на сегодняшний день проблем. Алена Утаева, Заур Устаев, информационный выпуск сегодня.